Всем привет, и вы на канале про пробки, и в этом видео я покажу обзор своей коллекции пробок Балтика. Всего у меня 30 пробок Балтика в коллекции, отдельно пробки компании Балтика я не собираю, но поскольку эта компания очень крупная и широко представлена на рынке в моей стране, так или иначе у меня скопилось достаточное количество пробок Балтика в коллекции. Балтика пивоваренная компания базируется в Санкт-Петербурге и имеет множество филиалов в других городах Российской Федерации. Приятного просмотра! Ставьте лайки, если вы тоже собираете пробки. Государственное предприятие «Пивоваренный завод Балтика» было учреждено в 1990 году после завершения строительства завода, начатого в 1978 году в Санкт-Петербурге. После приватизации в 1992 году завод был преобразован в открытое акционерное общество. А в 1993 году крупнейшим акционером Балтики становится «Балтик Beverage Holding». Baltic Beverage Holding – это скандинавский пивоваренный концерн, был создан в 1991 году тремя компаниями – Hartwall Финляндия, Prips Швеция и Rinks Норвегия. Baltic Beverage Holding был создан специально для инвестирования в пивную отрасль в странах бывшего Советского Союза и до 2013 года владел 85% акций компании «Балтика». В 1997 году к «Балтике» присоединяется завод «Донское пиво» в Ростове-на-Дону. В 1999 году в состав «Балтики» вошел завод «Тульское пиво», город Тула. Таким образом, компания активно развивает стратегию развития своего бренда и активно присоединяет новые предприятия. Название «Пивоваренный завод Балтика» теряет свою актуальность. Компания переименовывает его в пивоваренную компанию Балтика. В 2003 году открытие новых заводов в Самаре и Хабаровске. В 2006 году Балтика объединилась с тремя российскими пивоваренными компаниями «Вена», «Пикра» и «Ярпиво». 2008 год – открытие нового завода в Новосибирске. Балтике принадлежат 8 заводов в России, более 40 региональных и национальных брендов пива и 8 непивных брендов. Продукцию Балтики можно встретить в более чем 75 странах мира. В 2008 году Балтика вошла в международную группу «Карлсберг», а с 2013 года 100% акций компании «Балтика» принадлежат группе «Карлсберг». Тем самым «Карлсберг» стал единственным собственником «Балтики».